Ленингора поселочка Уагдерцет турнир футбола. Турниру традицион, а мауахт фатсав 27 августа Республика Хусар и Ростона Хадбардзина дабума. То в фензам августа финалом кастует и нагаркав, а ма в России федерации Арангарун службы и команда тэхсэн. Турнир валахистов сис Арангарун службы и команда. Кадет и нагарк тадар сахи тэнхорз равдустой ваттар. К сожалению, несколько команд в последний момент снялись с турнира. Это четвертая военная база, у которой именно в эти числа не получилось принять участие, и команда УВД Ленингорского района, у которой много травмированных и не собрали команду. Сегодня в первый раз в турнире принял участие команда пограничной службы Российской Федерации. Отдельно с благодарностью хочу сказать им за это. Хоздар Кокканек, Хоздар Козак, ама Хоздар Кулдуарга Сендум Лавердер Цит, Арангарун Службай Командаен. Турнир Хоздар Бомбардир Илтан Мадар Цит, Инагар Команда Козак, Дудайте Ильям. Турнир Цит, Цепарбуна Дарха, Хацирайсту, Ихсес Командаен. Ну, можно сказать, что турнир удался. Были напряженные матчи. Некоторые ребята очень хорошую сторону себя проявили. Огромное спасибо. Организатора турнира господина Пистаева. Турнир не рухцав, ртаза фатфадл, амар вылаз дарья валахизов тасфэнц, эндар ама эндар командата. Амар Ленингор район сержатен фэйс, дыр спортиву лавару хозы. Валахизов тахов зэхчанарцидысты кубокта ама грамадатай, автама ахцай примитай. Чет Котирегина, Куцет Александр, Кумаритата Фадима, информацион рухт, абун.